сейчас будем монтировать дымоход. А это уже продолжение той эпопеи, когда мы переделывали у нас феррум в более высококлассный дымоход, типа крафта. Вот, поэтому сегодня будем собирать. Ну, пробежимся по основным моментам. Видео будет короткое. Единственное, что добавлю, что монотруба у нас по конденсату, а внешняя у нас по дыму. Это, в принципе, у всех сэндвич. Так что погнали. Сравнивай. Сейчас я резинку. Давай еще чуть-чуть. Оп, все. Четко стало. Все четко, Димон. Заебись, все. Не туда, куда надо. Не туда, куда надо. Короче, по часовой крути. По часовой крути. Еще, еще! Еще! Еще чуть-чуть! Оп! Все по красоте. Все нормально! Да! Встал, встал! Да все ништяк! Все ништяк! Не дави больше, нормально! Да-да-да! Здесь, Сань, сейчас возьму. Все, взял. Намазываем герметик. Именно если мажем, то вот с этой стороны. Потому что она будет заходить уже по конденсату, ну и через мастер-клэш. Вот так вот все легко и просто делается. Главное, чтобы не упал сейчас на Сане. То вместе со стремянкой полетим. И с трубой сверху. Так, и теперь мне сейчас надо поймать. Сейчас, погоди. Попробуй еще чуть-чуть. Надавить? Да. Еще, еще надо, еще. Давай, 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 давай. А что она не заходит-то? Заходит. Она заходит, да? А, резинка, сейчас, погоди. Все, все. Зашла. Так, остался у нас последний элемент сэндвич. На последнем я обычно даже герметик не применяю, только в самом начале. Здесь, я думаю, так стыканется. Так, сейчас Саня подаст. Сейчас, Саня. В общем, хомутики бывают с петельками под растяжку. До этого у меня стоял без петелек. Вот я думаю, сейчас я смогу сделать все так красиво, как было. Именно вот с ним. Короче, сейчас посмотрим. Одеваем оголовок. Оголовок оставляем тот же. Хотя у меня есть типа зонд. У него, по идее, должна быть тяга лучше. Но у дефлектора, в принципе, у меня проблем не было с ним. Поэтому оставим его же. С цветом побежалости. Так вот раз. Как-то так. И обязательно устанавливаем хомуты. Хомутики. Стык сделаем. У меня единственное, что хомута не будет при стыковке первого и второго элемента, потому что они очень близко вот здесь вот. Поэтому они будут вот так вот.
Так что монтируем, потом хомуты уже установим в парной. Надо туда? Более-менее? Да. Так, в общем, вставили сэндвич, обязательно хомутик здесь. Начинается монотруба здесь в любом случае с герметика, то есть промазанным герметиком. И там, соответственно, будет на чердаке еще вот так вот раз. И на чердаке будет у нас растяжечка. Раз. И затягиваем. Повторить может любой. Так что, в принципе, если с умом подойти, любой человек дымоход-то может поставить. Главное не спешить. Здесь у меня фартук стоит. Ставим фартук. Здесь уже идут две шайбы и гайка. То есть здесь нужно будет придерживать. Вот тут уже система идет. Вот такая. Так. Марля на камнях, это мы когда вытаскивали дымоход, чтобы вот эта вот базальтовая вата, она, получается, не попала в камни лишний раз. Вот тут. Да, не, нормально. Все, здесь хомут стоит. Сейчас я затяну, соответственно, блин, по-любому труба чиста. И сейчас я там закручу, залазим в чердачное пространство. Вот здесь вот у меня расположен кронштейн, который будет препятствовать хождению дымохода по сторонам. Сейчас его затянем. Так, все, кронштейн у нас закреплен. Здесь еще на всякий случай базальтокартон лежит. Здесь тоже прокладочка. Сейчас покажу, где я не ставил хомут. У меня хомут здесь не стоит. Он в очень неудобном месте. Но вроде встал. Так что вот. Ну что, ребят, собрали дымоход. Все нормально. Закрепили. Сейчас затопим печку. Посмотрим, интересно будет, как будет здесь, потому что у меня там через 20 минут топки с первым, ну, который разобрали, прям, ну, 20-30 минут я рублю его приложить. Прям горячущая была сразу, все. Потом посмотрим, как будет. Ну, я думаю, должно быть нормально. Поэтому ладно, ребят, всем легкого пара. Удачи.